Так, Олег, здорово. Короче, здрасте. Я не знаю, настроился ли микрофон или нет. Ну, блядь. Я тогда там и Чалы-Палы его записал, и финалку. А звук, блядь, вообще. На Чалы-Палы там даже где без голоса, блядь. Не знаю, какое-то устройство. Наверное, опять VR-ка записывал звук. Блядь, отвратительно. Не знаю, на 40 вроде стоит. Тот уселил. Будет нормально слышно или так же хуйня. Не знаю, посмотрим. Felt that one in my guts. They just keep on coming. We need to get out of this place. Was it the Mako density? The primary explosive? The blasting agent? Hey, we can figure that out later. I'm running on empty here. You can refuel at the base. Next time I'll have to bring a little pick-me-up. Съешь, блядь, ботинки свои, а хуй знает. Жопу свою, блядь, съешь. How much farther do we have to go? Not far. Ого, подождите, а тот сундук, который там же был? Нет, там не было нихуя точно. Там было сплошно нихуя. That's about as good a place as any. Stand back then. I'll set the bomb. Да вы заебали, вы уже, блядь, чё, мало повзрывали, что? Нужно больше взрывов. She's good to go. Fire in the hole. You sure told those doors. Let that be a lesson to anything that gets in my way. Yeah, blade. Attention, all citizens. Attention, all citizens. This is an alert from the Shinra Emergency Operations Center. Unidentified intruders have detonated a bomb inside Mako Reactor 1. Multiple explosions have been confirmed, as well as ongoing fighting. In response, a disaster warning has been issued in sectors 1 and 8. Structures in the area are at high risk of collapse, rendering the entire sector hazardous. Therefore, all residents of No. No way. This couldn't have been us, could it? But what if it was? What's done is done. Merc's right. It ain't pretty, but we can't stop now. This was just the first reactor, and the planet won't be safe till we get the rest. Yeah. We always knew this was gonna get messy. Да, действительно. Ну, типа, вы чё, типа, взрывая любой реактор, вы думаете, чё, типа, не будет последствий, типа? Он просто раз, потухнет. Your concerns, and yes, your fees. Whatever your problem, I got you. Может, он типа он Клауду так это влюбился, наверное, в паренька. So, what's our next move, boss? That's easy enough. We get our asses home. Все поухали, покряхтели, побежали. Заебись, здорово вообще. Всегда хотел покряхкать, поухать. Ты охуел, деньги давай, я, блядь, сам на свою базу вернусь. Ну, блядь, кидал его какое-то чувство. Юху.
don't need to tell you what this is, right? Of course not. It's healing materia. You can have it, for saving my life. Just doing my job, nothing more. Yeah, yeah. Fact is, I'm lucky you were there. Survival can be a matter of luck or skill. And you can't rely on luck. Words to live by. Yeah, well, thanks. You do know how to use it, right? You do know what I was, right? Так. Прикинь, теперь можете... Это я помню. Так. Вот, интересное решение. Кстати, нам там вот такую хуйню пооткрывали. Зеркало города. Чё, защита, да? Сильно. Дон. А это тот жирный уебан, который. Ладно, давай, пока мы этим бегаем, да? Так, что у нас тут-то у нас? Смерть один раз за бой, не действует против так, но и на смерти, или когда заправда там. Так, снижает, получаем урон от огня, да, молнии и ветра. Еще бой с эффектом автожизнь. Так. Начните боль с эффектом автожизнь. Я хуй знаю. Давай просто вот защита от того и того. Огонь. Исцелением. Так. Удалить, поставим его вот сюда. Дает вам возможность призвать могущественного союзника. А, кстати, точно. Материя призыва, блядь. Вот. Чё? Лечение, поддержка. Бриллиантовый блеск. А ну это вообще, блядь, фиксированный урон. Бабла, да? Так, существует, блин, стихия огня, лед, молния, ветер, решаешь, так, как чекуба, вспышка, не стихия. Давай пса посмотрим, они тем более прокачаны. Так, что у нас тут? Ну да, типа, вот так же, типа, как и на Соньке. Главные персонажи все проработано. Ну, я имею в виду детально, да, вот графически. А окружение и другие NPC так себе, блядь. Сделали, да, сделали. А чё эти субтитры, блядь, какие показывают? Ща, подожди, я тут. Ой, я здесь, блядь.
Заткнулись нахуй, блядь. Я пытаюсь думать, сука. Чё тебе? Спасибо, блядь. Капитан, очевидность. Да, мне подсказка. Там что-то ебануло. А может мне такой, о, я вниз пойду. Давайте попробуем им помочь. А, хуй-то там, да, плавал? А, хуй-то, да. Иди в жопу, блин. Спустился вам помочь. Не смущает, что я с огромным мечом хожу? Нет? Все в порядке? Бля, пиздец. Сефирот этот, или как его там? Здрасте. Что, ну тогда давай. О. Когда так мигает, ничего, что-то надо нажать. Как Metal Gear? Нет, оно самое что-то, да? Вспышки. Да стой ты, блядь, я поговорить с тобой хочу. Клау, давай быстрее. Что-то еле, блядь, вообще. Блядь, стой. Жопу завел. You're not real. You're dead. I am. I killed you with my own. Oh, you need not remind me. It was the crowning moment of our time together. But that was then, and this is now. I have a favor to ask. Our beloved planet is dying. Slowly. Silently, painfully. Can you bear to see the planet suffer? Cloud. Were the planet to die, so many things would be lost. Your hometown, the
burned so bright. The sound of her voice pleading for me to spare you. The shiver of her flesh yielding to cold steel. That which binds us together would be no more, and I would be loath to live in such a world. Which is why I must ask you this one favor. Don't worry, it's a simple thing. Run, Cloud. Run away. You have to leave. You have to live. You bastard! Сейчас хуяк, он там какой-то раздавил. Нет. Very good. Hold on to that hatred. I'm seeing things. Fumes from all the Mako, maybe. All right, you got this. Да, нихуя себе глюки. Мне кажется, это не глюки вообще ни разу. Здрасте. Чё у вас тут, как дела вообще? Чемоданов нету? Нет? Нигде? Ладно. Хорошо, пойду дальше. Так, да, хуя взаимодействие с предметами, блять, под ногами. Теперь вы молчать, что это наша вина. Туда вижу, там это арена. Don't let the intruder escape. Security's everywhere. Да, я вижу, но там ты видал, что там, смотри там. Да там вот шарик, блядь, нам вот надо взять шарик. Don't let the intruder escape. Сука, не пускает мне игра туда. Too weak to save anyone. Not even yourself. Are you okay? Hey, are you okay? Да видишь же, нету хуёвой колбаси. I'm fine. Here, this is for you.
flower? That's right. It's a gift. You know, for scaring those things away. What things? Never mind. Think of it as a memento. Just my luck. I heard that, you know. How much? Well, that depends on the customer. In your case... it's on the house. Huh? Lovers used to give these when they were reunited. Look, I'm involved in things. Dangerous things. Oh, I'm sure you are. So? So keep your distance. Wait, you think someone's out to get you? Is that what you're all worked up about? Relax. No one's going to attack you. I promise. Hey, a Mako reactor just blew. You shouldn't be out here trying to self... Ебаться же в рот. Магия. Дементры. Гарри Поттер. Они их не видят, что ли? Раньше не видели меня за спиной, что ли? А, у меня еще недоступно, да? На тебе огоньку. Never in doubt. Что за подлаги, блядь? Повышение. Да господи. Подлаги сейчас. Так. Бичуль побежала туда.
Так, ну там что-то веселое. А есть карта? Ага. Нам вверх. Здесь у нас что? Смертельная уловка? Смертельная уловка. Она типа притягивает? Давай сходим. Что-то не понял, смертельная уловка. Как она вообще работает? У нас здесь чемодан есть. Силовые наручи. Ну-ка, посмотрим, что там за силовые наручи. А, силы на 5, да? Эффектом автожизни. А, это типа... Оно автожизнь... А есть описание вообще? Или это есть все описание? Ладно, посмотрю. Здесь у нас на большой территории вообще. А вот, после переката, ага. Так, давай. Yeah.
По крыше. А, смотри, есть туда, да, типа проход. Типа, и вот как понять, куда мне? Там же ничего не светится, да? Ебать вас. Да блять. А, типа, да, замечательно. Вон, стул здесь, чемодан. Сильнее. То есть я поначалу думал, что иду как раз исследую территорию, а на самом деле пошел по главному пути. Тебе, блядь, бы штаны помешало бы поменять. Пушкой. Так, ну пока неплохо. Понизу, а можно поле. Так,
рендеры. Типа там такие макаром, да? Ух ты, не ходят. Эфир. Так, ну эфир пополняет МП. Так, время от времени будут хватать членов ваших членов. Так, так. Знаете, может, здесь быстрее переключиться на следующего. Блять, а мне не на кого перевернуться. Переключиться. Все, пес. Подлаги, которые мне что-то не очень нравятся. С чего это они? Откуда они? На Так, нихуя, подожди. Так, я сейчас... Способности? Ага, хуй, да? Подожди, чем же тебя пробить? Уж магия. Бля, да ты... Do your
Я даже не знаю, только если так вот огнем. Херачит обратно. Ух ты! Шкала вызвала, да, потом вышел за... Ну это понятно. HQ, this is Sector 8, Unit 2. Target is surrounded. Moving to secure. Wait! I know that. Съебаться. Как удобно, прям к ним попал. No need to assume the worst. I'm sure he's fine. You saw him in action, didn't you? Guy's a soldier, goddamn one-man army. You think he's a keeper? Что вы все мычите, блин? Security the runaround? That's what. Had to draw them away from the station somehow. Nicely done. Well, can't argue with results, huh? What? Wait. Got a question for you all. What? Ever been attacked by an invisible enemy? What? Wearing robes. Came and went like the wind. Thought they were invisible. They were, at first. Only saw them after she grabbed me. A new Shinra weapon, maybe? More like a panic-induced hallucination. Da-da. Never mind. Forget I said anything. Suit yourself. Come on, let's move up. Просто Клауд ёбнулся, поэтому типа видит призраков. Хорошее оправдание. Так, да может вы съебете нахуй с моего пути, блядь, слышите что? Да где тесно, смотри, там сколько места, блядь, сука, встали пидорасы, не пройти вообще ничего. И вот все люди как люди, ну кроме, типа он ебать как выделяется, Клауд, но... А, надо было вот так вот обойти. Ну, а что вот мешало между ними и там? Вот, по мне одинаково вообще. Да пошел ты хуй, блядь. Жопу свою съешь. Но даже одежда, блядь, выделяется. Типа, мы не выглядим как обычные. Wow.
My hands are still shaking. You get used to. Ебать. Вообще неприметный, блять, незаметный ни разу нахуй. Сука. В пизду. Чем тебе помочь? Язычком? The explosion triggered a reaction with the Mako. You said so yourself. That was my first guess, but shouldn't the reactor have fail-safes to prevent that kind of thing? Hmm. You mentioned invisible enemies back there, right? Right. No. I'm just looking for excuses for something that was clearly my own fault. Gotta own up to it if I'm gonna learn from this and move on. Thanks, Cloud. You're a good listener. Я вот думаю, а мне стоило вообще тебя слушать? Так, что с камерой? What kind of maniacs would go so far as to bomb a reactor? Да они же тут вот, среди вас. But I heard it was Avalanche's doing. Really? Aren't they the terrorists who tried to kill the president? Is there nothing they won't do? Hey, а вы что, все глаза себе подводите? Everyone knows Avalanche only cares about saving the planet. Зачем ты так делаешь, блядь? Придурок, бесишь меня. Law-abiding concerned citizen. Law-abiding? Really? Тебя пушками сто руки, блядь, законопослушный. Don't antagonize him. In my humble opinion. Хочешь посрать, иди, бля, посри, заебал. Think they got it? Heard it loud and clear? Y'all's masters? Чё ты приебался к обычным жителям? To intimidation or violence, but work together for peace and prosperity. That is how civilized people change the world. That's right. That is the Shinra Creed. А чего хлопать-то, блядь? Честно? Он рычит, блядь, убегай нахуй, спасайся. Мистер Ручушка. It's what we believe. We all have to follow our conscience, don't we? We should go. Right. Зонтик забыли. Бля, вот придурок на вообще конченый, блядь. Барретт, ты конченый вообще, слышите? Или как? Да, Барретт. Хорош, ты только что, блядь, разнес дохуя района. Хороший, блядь, слышь, чё, блядь? Иди нахуй, блядь, придурок. Конины ебаные, блядь. Здорово, на. Personally, I find visual aids make the dull stuff a lot more bearable. If it helps, think of it as an initiation rite. How many times do I have to tell you people? I'm not... There's such a thing as playing too hard to get. So, here we've got a wireframe model of the great city of Midgar, complete with massive steel plates suspended 300 meters above ground level, atop which stands a shining beacon of civilization. The whole system is sustained by the Mako reactors, which feed the insatiable appetites of the public. The train will be passing through an IV checkpoint shortly. This here is the train's route. As you can see, it'll take us around this main pillar. Look, we're about halfway through it now. They've set up a checkpoint here to scan the IDs of all passengers heading in and out. Date of birth, residential status, criminal history. All that and more is automatically cross-referenced in their databases. Public security wouldn't have it any other way. Heads up. Don't worry. Our IDs are impeccable. What'd I tell ya? Have a little faith. Won't be long till we reach the bottom. Relax. Take a good look. It's because of that great big pizza in the sky that people down there gotta struggle to survive. Bad. Shinra sucks up Mako while the soil turns to dust, the air fills with smog, and the flowers die. Then leave and don't look back.
That's what's always worked for me. Well, that's all well and good. If you're only out for yourself. But the folks down there don't have the luxury of choice, you know? Like this train, I suppose. There's only one way it can go. Яйца и чипсы. Дом, милый дом, трущобы. Так, ну, сейчас будет автосохранение, на этом, пожалуй, закончим. Типа уже третья глава все-таки. Чего-то радуйтесь-то. Damn, we are good! Yes! Bombs detonated! Я думал, что как сиранёк. And one step closer to a brighter future! Hell yeah! Guys! Lower your voices, huh? People are listening. Oh, darn! Now get some... Вы вообще не странная компашка. Вообще ни разу, блядь. Just be ready for the next mission, alright? Особенно с оружием, блядь, тут. Наружу. С оружием наружу. Вооруженный до зубов, но при этом такой. You know where Tifa works? Don't keep her waiting. She worry. Она волнуется. Так, ну все, на этом все на сегодня. Поэтому давай, до встречи, до свидос. Надеюсь, звук был нормальный.